Директор Ивановского интердома Галина Шевченко празднует свой день рождения. Поздравить ее с юбилеем, а коллектив с наступающим Новым годом приехала депутат облдумы Наталья Ковалева. Стоит отметить, что следующий год будет для интердома юбилейным. Учреждение отпразднует 80-летие. Торжественные мероприятия будут продолжаться весь год. На начало июня намечен вечер встречи выпускников. Бывшие интердомовцы съедутся со всего мира. И будут очень пожилые наши выпускники, а это выпускники из Китая, которым уже сейчас и 80, и за 80 лет. И мы уже знаем, что их приедет 20 с лишним человек, а вместе со своими родственниками группа будет составлять более 40 человек. Это будут и наши выпускники из Германии, тоже очень пожилые люди, и дети уже наших выпускников, которых нет в живых, из Болгарии.